Привет, друзья, вы на канале Bob GTX, и сегодня я вам покажу небольшой баг или секретный удар или что-то такое, связанное, ребят, с новой акумой и связанное с десятихвостым. Такого, может быть, вы даже еще и не видели, но если видели, то напишите об этом в комментариях. Если не видели, с вас, конечно же, лайк, подписочка, ребят, и погнали поскорее, покажу вам, что я умею. Стартуем! Итак, ребята, это секретное, так сказать, оружие я увидел сегодня несколько минут назад и спешу рассказать своим подписчикам, что такое существует. Для того, чтобы провернуть это все дело, вам надо, ребят, секретный этот удар, вам надо иметь десятихвостого и акуму, обычную акуму или шендай акуму, но я буду с обычной акумой это все делать. Смотрите, что нам надо делать. Нам надо вот так одеть десятихвостого, обязательно третью форму. Одеваем, ребят. Видите, у меня сзади вот меч есть, и когда я бью этим мечом, ребят, у нас вот такой ударчик. Сейчас у нас чакры поменьше стало. Теперь, ребят, что мы делаем, чтобы убрать этот меч за спины? Ребят, мы просто одеваем мод. Смотрите, мод одеваем. И снимаем сразу же этот мод. Все, вуаля, вот смотрите, у меня пропал меч из-за спины, и теперь у меня другой удар на кьюшку. Вот такой ударчик на столбиках, конечно же, мы это все не увидим. Нам надо взять задание. Ой, я как раз до этого его брал. Сейчас посмотрю, остались ли там противники, и покажу, что же делает у нас вот этот ударчик. Что же он делает? Он, ребята, ну хорошо, скажу вам, что он делает. Он забирает чакру у других чуваков. Для начала надо их, для начала надо потратить чакры немного. Тратим побольше, бросаем просто мимо, чтобы их не убить, потому что нам же нужна их чакра, чтобы я вам показал, как это все работает. Так, где они там? Собирайтесь в кучу, чтобы побольше вас было. Так, ребят, смотрите, я забрал у них чакру. Сейчас я еще раз вам это покажу. Сейчас моя кьюшка зарядится. Этого одного чувака я забрал чакру. Сейчас будем троллить других. Надо потратить. Надо потратить. Если вы не заметили, сейчас замедленненько все это покажу, чтобы вы видели. Если у них много чакры, то в принципе можно забрать у всех. Главное, чтобы они были поближе. Блин. Так, идите все вместе. Вот, смотрите, ударчик был, но я промазал. Сейчас, секунду. О, ребята, смотрите, всю чакру забрал. Все, все вернул. Все на базу вернул. Вот такой секретный ударчик. Кто о нем не знал, обязательно ставьте лайкосик, потому что многие об этом, я думаю, не знали. Потому что я об этом первый раз услышал. Сегодня, буквально 10 минут назад, нашел такой интересный... То ли баг, то ли я не знаю, что это, то ли секретный удар. Еще неизвестно, ребят, что это. Опять смотрите, бьем и забираем чакру. В этих, походу, мало было чакр. Немного забрал. Я бывало такое, что половину выбивал своей чакры, потом просто подошел в кучу с чуваками и забрал эту чакру. Вот, смотрите, у меня сейчас будет опять мало чакры. Чишка, наша родная чишка, у меня один чел остался, он там летит. Подходим, ребят, поближе. Ах, не успел, просто ударил, не успел забрать. Вот такой то ли баг, то ли секретный удар. Пробуйте, ребята, используйте этот ударчик в пвпшках. Я думаю, он вам понадобится, потому что чакру, когда кто-то потеряет, он будет не в восторге. Обязательно с вас лайк, подписка. На сегодня все. Всем удачи, всем пока.